Всем привет! Это программа «Ревью», и мы начинаем. Гуф и Кэти Топурия перестали скрывать отношения. Именно так выглядели заголовки СМИ, когда рэпер выложил пикантное фото с солисткой А-студио. Однако обе знаменитости никак это не прокомментировали. Но Виолетта Тельманова добралась до Кэти, дабы прояснить все раз и навсегда. Всем привет! Мы на месте. Снимаем сегодня клип на «Тик-тик-тик-тик». Начнем с того, что группа А-студио готовится ко второй части съемок видео на песню «Тик-так». Планируется сделать необычную фэшн-вечеринку под водой. Режиссером клипа стал Вячеслав Кулаев, который поставил юбилейное шоу «Powered by Music». И он, в общем, придумал такую шикарную идею о подводном мире, и у нас будет там такая, ну, не буду рассказывать, лучше один раз увидите. Что нам под воду лезть как-то холодно сейчас. Да, поэтому решили меня бросить поэтому только в конце. В конце Кэти туда забросим в платье. С одного дубля она должна причем хорошо туда запрыгнуть. Кстати, тема моды группе близка, и Кэти снова будет в кадре в одежде от собственного бренда. Я не то, что диктую какие-то там тренды или что-то, трендсеттер, нет. Я просто как бы делаю то, что мне нравится, и потом одеваю сама. Кому надо, пусть покупает. Не надо, мне нормально. И это еще не все, а студио также трудятся над новым, уже 17-м альбомом. Накопилось очень много песен, где-то не были готовы слова, где-то не был записан голос, где-то не было аранжировки, где-то аранжировка не устраивала. Сейчас это все приводится, собирается в кучу, и мы выпустим в этом году альбом. Название пластинки и дата релиза пока неизвестны, как и тот факт, встречается ли солистка А-студио со звездой русского рэпа. Слухи об отношениях Кэти и Гуфа ходят больше года, и последнее совместное фото, где Долматов держит Топурию за ягодицы, якобы подтвердило роман. Мы спросили, что думает об этом снимке Кэти лично. Ой, ну мне понравилось. Стратегия голубков понятна. Продолжаем отшучиваться.